Администрация города Бийска выделила помещение для жилья этих сотрудников, организовала доставку их с работы на работу, выделены средства и организовано питание данных людей. Нам на станцию Бийской скорой медицинской помощи пришел свой ординатор, который работает на данный момент в составе реанимационной бригады с наставником. Надеемся, что будет все хорошо. По крайней мере, кадровый вопрос начинает решаться в положительную сторону.